Итак, приветствую. Меня зовут Руслан Курбанов. Я руководитель гонки века. У нас 13-е ракетные тропы. Большой кворум. Больше 100 экипажей. Я думаю, ну, сегодня еще регистрация продолжается. Скорее всего, еще кто-то приедет, кто-то еще зарегистрируется. Приехали практически со всей страны. Отборочный этап чемпионата России, Кубок Ивановской области, чемпионат Ивановской области. То есть все, что связано с внедорожным трофедвижением, это здесь, сейчас, именно 8 июня на нашей земле. Ну, а тут, наверное, Михаил, приветствую. Руслан, ты гонкой занимайся, а мы расскажем про нее, как она правильно делать. Ну что, ребят, привет, с вами Михаил Магуайр. Сегодня у нас ракетные тропы гонки «Гонка века 2.0». То есть, соответственно, новая локация, новое место, шикарная трасса. Ребят, вам очень все понравится. Сегодня у нас работает шикарная медиагруппа, которая будет фотографировать, снимать и будет шикарный ролик. Как видите, место уже подготовлено, лагерь шикарный. Ребят, все дружные, классные, обалденные. Нижний Новгород, Пенск, Воронеж, Тамбов. Ребятки, сегодня будет такое рубилово. Сегодня у нас первыми пойдут у нас сегодня и линейка, и свободное ориентирование. Как у джипов, так же у квадриков. Но завтра будет самое сочное. То, что мы все ждем. Замес, кольцо, трофейное кольцо, то, что любят все. Поэтому, ребят, сейчас мы готовимся к брифингу. Мы немножечко расскажем, что из себя представляет соревнование в целом. Так что смотрите дальше. То, с чего начинается любая гонка? Любая гонка начинается с регистрации. Когда вы приходите в палаточку, есть красивая девушка, которая выдает вам номерочек, дает вам наклеечки. И, соответственно, после этого, когда вы получаете целый лист, у вас понятно, какая у вас категория, ваш номер, фамилия, номер экипажа, данные о квадрике. После этого вы с этим листочком идете на техком и на медкомиссию. Это очень важно. Соответственно, после этого, как ответственные люди расписывают за то, что вы ваш техник допущен к соревнованию, у вас начинается следующий этап – подготовка гонки. Это не только техническая, это и моральная тема тоже. Потому что без морально-волевых на гонку ехать не стоит. Наградил, все мое. Ну, расскажи, с какого города ты приехал, я-то все знаю. Город Пенза, клуб «Экспенза». Что ожидаешь от гонки? На какой технике участвуешь? Сколько сегодня с Пензы-то ребята приехало? Ну, сегодня мы подтянули молодежь, у нас приехало 6 человек. Кто-то на Бирпи, кто-то на Квасаки, кто-то на Ямах. В общем, такая солянка. Ямаха рулит? Ямаха рулит. Но едем на Бирпи. Ямаха рулит, Бирпи. Все, Лешка, рад буду видеть. Ты встречи на трассе. Ребята, привет! Меня зовут Данилушкин Кирилл, я из Пензы, клуб «Экспенза» представляю. В соревнованиях участвую уже 3 года, но в классе любителей и в классе спорт поеду первый раз. Желаю всем, самое главное, приехать здоровыми, счастливыми и грязными. Добрый день, здравствуйте. Всем привет. АТВ-клуб «Череповец», Вологодская область. Меня зовут Саша. Меня зовут Алена. Мы муж с женой. Мы приехали на соревнования класс «Экстрим». Катаемся мы 3-й год в соревнованиях. Периодически даже попадаем в места, занимаем призовые места. Очень любим это дело, поэтому выезжаем парой. Не любим дома сидеть. Сбежали от детей. Прекрасные трассы, ждем от гонки очень хороших маршрутов, интересных каких-то моментов, ну и очень хочется заехать в Призденном сегодня. Они выезжают в гонку первый раз у нас в этом году, и вообще первый раз они нулевые у нас вышли, вот, поэтому будем посмотреть, как они работают в жару и на трассе. Всем пока! Сейчас мы подкрепимся, и начнется самое интересное сегодня. Грязь, драйв, адреналин. Все будет на высшем уровне. Ребята, будет шоу. Все, кто на трапезе, приятного.
настроение перед гонкой какое у вас? Только победное. Только тумбочка, больше ничего. Меньшего нам не надо. Итак, друзья, всем привет. Давайте традиционно поаплодируем друг другу, то, что мы собрались в это время, то, что мы смогли приехать на гонку века 2.0. Это 13-й ракетной тропы. Надеюсь, для кого-то эта цифра 13 принесет удачу именно. И вечером вы встанете здесь уже на тумбочку. Классов у нас довольно-таки много. Уверен, то, что мест призовых хватит для всех. Хочу поблагодарить, опять же, нашего титульного спонсора, компанию «Века», без которой не получилась бы эта гонка, наших генеральных партнеров, компания «CF Moto», компания «Спецмашинери». Хочу вам пожелать удачи, хочу, чтобы вас техника не подводила. Перед гонкой. Отличный. Гонка обещает быть жаркой. Все как обычно, пристанцевый мандраж чуть-чуть. Но это, наверное, у всех и правильно. Да так что, будем, поборемся, посмотрим. Надеемся, трасса будет интересной, кайфанем немножко. Я не просто так ее отворачиваю, чтобы монетизировать. Тебе тоже надо. Как говорят, у вас борда волшебная? Да, волшебная. Расскажите про нее. А все спортсмены подошли по волоску дённые, желание загадали. Теперь уже не знаю, ехать нет, у них все сбудется, а мне как быть, не понимаю. Что загадывали? Победу? Я думаю, все на победу. Все загадываем победу. Что же еще нам нужно? Как обычно, приезжаем от этапа к этапу. Практически ездим по всем отборочным этапам чемпионата России. В этот раз я еду с новым напарником, потому что мой напарник себе сломал руку. Попробуем себя проэкспериментировать в такой паре. Знаю точно, что он офигенно ездит кольца, в трофе у него опыт очень маленький. Но все равно интересно попробовать с новым напарником прокатиться. Посмотреть, болото. Ну, не могу сказать, что за результатом едем. Всегда едем на результат. Но сегодня у нас смотреть природу. А если вы доедете, то победа будет за вами, потому что из трех команд выигрывать невозможно. Кто сломается? Четыре команды точно не доедут, понимаешь? Так что вам главное доехать. Ты зассал. Я зассал. Я серьезно зассал. Такой уровень подготовки, когда у вас Рязанцев пересел на BLP, я понял, что мне нечего ловить. Слушай, на мейн зарезал, дай сигарету. Не тушить, это не просто так. То есть получается, трава попала там, где выхлопная труба, она нагрелась и загорелась. 2 секунды квадром огонь не будет. Ну что, ребята, свободное ориентирование. Экипаж уходит на старт. Чуть-чуть не сгорел буквально на старте квадрик. То есть, поэтому, ребята, внимательно относитесь к технике, перед стартом проверяйте. Очищайте траву. Вот здесь она мокрая, высохла, она горит. И квадрик ваш тоже. Соблюдайте технику безопасности. Thank you.
Да, конечно. Вы всегда с нами, да, будете? Да. А толкать будет помогать? Это немножко страшно, когда под тобой котлет прыгают и квадроциклы летают. Откуда сейчас? С аэробокса? Нет, вот с аэробокса, да. Сливается с аэробокса. Фильтр можешь посмотреть. Я про что и говорю, Валик, подгоните это сюда. Где у тебя? Надо ведёткой, мне дети так меня не вытащит. Подъедь, залебеди, чтоб тебя назад. Если у тебя он заглох в воде, то у тебя засосало задницей этим. Дерево подъедь, попробуй подъедь к дереву тут.
Нас сегодня постигла неудача. Мы немножечко утонули. Ну, что бывает. Гонка есть гонка, технический вид спорта. Мы не унываем. Произошло, что случилось? Да ничего, собственно говоря, особенного не случилось. Ну, немножко сгорел, подвел ремень. Шли хорошо, уверен, но недолго. Какие немножко еще были? Печален, но сейчас поменяем и поедем догонять. Какие еще были нюансы на трассе? Нюансов никаких не было. Трасса замечательная, ходовая, вообще как вали. И адреналин хлыстал, все ехало, все вообще отлично. Вообще, вот прям вот бомба, вот все, вот бомба. Нервы выдержали, эмоционально выдержали, техника не выдержала. Эмоции наши, да? Тебе дать водички? У меня дохуя. 0,5. Я не буду больше пить, это тебя будут беречь. Который, блядь, 14 тысяч отдал нахуй. А у тебя, блядь, тут не в голову наставить. Да. Что случилось? Сплавились. Сплавились грузы в реакторе. Супер карбоновый, супер... Наверное, мат здесь неуместен. Но он очень уместен по отношению к механику, который поставил за 14 тысяч суперусиленные карбоновые груза, которые должны ходить вечно, сука. Выдержал, эмоционально выдержали, техника не выдержала. Груза вариатор сплавили, растекрись. Вариатор пришел в негодность, не можем ехать. Груза стояли супер усиленные, супер колбоновые. Но поправились. Импортозамещение, походу. А как это связано с тем, что вы из бороды у вас волосы брали? Не, никак не связано. Напавник как раз не загадал желание, понимаешь, да, не дернул. Не загадал желание сегодня. Мы как бы подумали, что как бы относительно нашего экипажа это не будет работать, потому что едем в паре. А наверное стоило бы загадать желание.
очень классная гонка. Мы тут просто уже вспотели капитально. Вот этот ковер, самый офигенный ковер. Прямо там как надо. Жалко, мы не успели до этих спортсменов проехать по красоте. Придется помучиться. Кулака связали несколькими шаклами, стяжками, скотчем, всеми имеющимися подручными средствами. Мы пытаемся потихонечку. Рулить нельзя, газовать нельзя. Потихонечку ползем, чуть постряли, сразу лебедка. А то все, конструкция разваливается. А так все в целом понравилось. Гонка нравится. К сожалению, на второй ИСУ не попадем. Но на следующий год приедем еще. Вот такая гонка. Гонка подходит к концу, ну как к концу, еще осталось где-то около 2 часов до закрытия финиша. Экипажи потихонечку подъезжают, подтягиваются, довольные, все уставшие. Всем вроде нравится, пока. Посмотрим, что будет награждение. С того, что в болоте мы, не знаю, часа два, наверное, лебедкой, как мы делали, мы цеплялись за один квадроцикл, лебедкой за другой. В общем, с последней нашей встречи, когда сгорел вариатор у нас, прошло не так много времени, но очень много времени потребовалось нам, чтобы вытащить вот тот волшебный квадроцикл с болота. 300 метров мы его тащили на лебедке, потратили часа два времени. Но мой напарник не сдавался, и мы работали. В итоге мы приехали, но никуда не доехали. Самое главное, приехали, да. Я предлагаю дать им приз из зрительских симпатий. Финишировали в классе спорт, проехали 2 сучки, уложили зачетное время, трасса классная. Спасибо организаторам, очень интересно. Много прогонов, конечно, по дорожкам, но в целом очень понравилось. Организация супер. Приедем еще. Руслан, огромное спасибо. У напарника привод полетел, колесо проткнулось, привод поменяли, колесо залатали. А потом у нас привод, мы сюда на лебедке доехали. Первую сушку на лебедке доезжали. Там за 3 точки до конца. А так... Хорошая трасса, сложная, не очень сложная, но хорошая. Хорошая трасса. Чуть-чуть
чуть-чуть утонули. Мне пришлось за мужем нырять. Боялась, что утонет. Ну, чего? Положили мотор, починили, завтра кольцо. Все, справились на сегодня мы со своими делами. Энтузиазма не теряете, да? Нет, конечно, не теряем. А чего? Это спорт. Всякое бывает. Надо думать. Ну, когда я приезжаю на финиш, я чувствую только одни эмоции. Определенный выброс эндорфина, адреналина и так далее и тому подобное. Потому что уже все, что было там, вот эти поломки, все вот эти передряги, жизненные перипетии, они для тебя уже закончены. И для тебя уже после финиша, когда ты уже снял этот костюм, помылся, это как глоток свободы, да? И хочется заново повторить это все, но немного позже. А так, в принципе, какие эмоции? Гонка кайфовая, динамика, давай в движение. Вся трасса была проходибельная, ехалась. Нужно было немножко, конечно, думать головой, но как бы все ехалось, все было достаточно интересно, все кайфово. Сыном Илья, 15 лет, катаемся, вот с ним в туризме, любителях. Линейное ориентирование. Сегодня проехали ракетные тропы, шикарная трасса была. Выиграли мы 100%, заняли, я думаю, сейчас первое место, ждем сейчас результатов. Подрастающее поколение воспитываем в духе на нас, чтобы ездить так, любили этот спорт, любили природу, там едешь по природе, кайфуешь, лес, надо любить природу, вот, и квадроспорт помогает любить природу, поэтому будем участвовать дальше. Ну, сегодня мы чувствовали, что, наверное, удовлетворение от того, что мы целый день никого не видели. Это плохо с той стороны, что не было конкуренции. Не, если бы ты ехал последним, никого не видел, то да. А когда едешь в голове, то как бы нормально. Когда первым никого не видел, это в принципе неплохо. Ты можешь не туда ехать. И никого не видеть. Тоже вариант. Да, понимаешь? Да. Не, на самом деле все очень здорово. Какие эмоции могут быть? Главное, чтобы финишировали. Все засветло финишировали. Некоторые еще у нас в болотах вон сидят. Вот ты тоже можешь рассказать что-нибудь. Я уже два раза сегодня рассказывал. Да, да, репортаж положительный, да? Очень классно, гонка понравилась. Да. Организаторам огромнейшее спасибо. Никто не сломался. Да. Поэтому... Все доехали. Кайф идет, когда вот последнюю точку ты берешь и понимаешь, что следующая точка – это финиш. И тут у тебя прям второе, третье дыхание открывается. Ты летишь к этому финишу, думаешь, наконец-то эта гонка закончилась. Вот, подлетаешь такой, вот прям полным силой, такое облегчение, такой кайф идет. Вот прям вот последней точки, это прям самый кайфушный получается. Всегда. Пробили, это радиаторы сломались, поэтому пришлось. Потеряли много времени. Трасса хорошая была, понравилась. И точки такие были хорошие, интересные. Организаторам огромное спасибо за хорошую гонку. Всем хорошего финиша. Он расскажет. Все, вылезай давай. Сейчас я расскажу, что по трассе. Давай. Грязи много. Болото вообще глубокие. Наверное, не рассчитывали, что столько воды будет после дождей. Сказали, что только пыль прибьет, но там пыль не прибила. Там вообще ее переполнило. Хлебнули хорошо. Амортизатор оторвали, глушитель оторвали. Телефон потеряли, в телефоне было 5000. Так что, кто найдет телефон на 77-й точке, лежит телефон, в нем 5000 в чехле. Ну все, так все было хорошо, ошибки учтем. На следующий ракетный троп прием первый точно. Все, спасибо. Я всем рассказал про твою точку. Ну вот. Везли нас, если бы не они, мы, наверное, там остались жить. Везли нас, блядь, 2 часа, наверное, блядь. Большое спасибо. Гонка супер. Сказать, очень сильно устали все. Но было классно, честно, было классно. Да, круто. Получили большой кайф от этого, это самое главное. Это вторая гонка у нас получается. А главное, мы получили большой опыт. Да.
Вот мы заняли из трех мест третье. Самое главное, не победа, а участие. Третье место занял. Готовимся к награждению. Как обычно, уникальные индивидуальные кубки для наших спортсменов. Такие, наверное, только у нас. Первое место в Кубке Ивановской области от магазина «Автопро» 37 вручает сертификат на 10 тысяч рублей, можете обналичить его в магазине. Магазин занимается именно оборудованием для внедорожников. То есть это как раз самая тема. Итак, ну что ж, друзья, на этом наша церемония награждения подходит к финалу. И прямо сейчас хочется сказать не до свидания, а до новых встреч, потому что вы все встретитесь уже завтра, потому что завтра у вас последний день. Ну а сегодня хочется всем сказать спасибо за то, что приняли участие. Спасибо всем и каждому. И, наверное, спокойной ночи всем, кто здесь присутствует. Все.